Спасательная операция на высоте 600 метров. Туриста, пострадавшего на горе Карандаш в Кусинском районе, пришлось эвакуировать на снегоходе. Мужчина катался на лыжах и сломал ногу. Из-за полученной травмы добраться до ближайшего населенного пункта самостоятельно 41-летний южноуралец не смог. Лыжник сумел дозвониться до службы спасения и сообщил диспетчеру свои координаты. На место прибыли сотрудники Златоустовского спасотряда. Они же оказали мужчине первую помощь. Затем лыжника транспортировали с горы на снегоходе и передали бригаде медиков.